А вы знали, что сегодня день рассматривания старой фотографии, а еще сегодня пятница? Всем привет, меня зовут Леша, «Сильные новости», рубрика «Короче», поехали. И, кстати, о старых фотографиях. Помните этот фотосет с обнаженкой в Дубае? Уже тогда он навел много шума, но последствия продолжают преследовать участниц до сих пор. Одна из них, украинская модель и телеведущая, приняла участие в реалити-шоу, в котором снимались светские львицы. Во время одного из выпусков ведущий шокировал девушек. Оказалось, среди них была участница той самой съемки и отправил 7 видео очень пикантного содержания, реально 18+. Героиню выдала реакция, но еще ее опознали по татуировке. Общим решением ее выгнали с проекта. Легендарная шведская группа ABBA выпустила альбом спустя 40 лет. Называется он «Вояж» и уже доступен на стриминговых сервисах. У меня, кстати, их еще в аудиокассетах где-то валяется. На концертах альбом планируют представить в следующем году. Для этого в Лондоне построили ABBA-арену на 3000 мест. Примечательно, что на концерте выступят голограммы исполнителей, созданные режиссером «Звездных войн» Джорджем Лукасом. В Беларуси начали продавать обувь по новым правилам. Короче, с 1 ноября в нашей стране введена обязательная маркировка обуви средствами идентификации. По этой причине еще вчера на той же самой Ламоде была временно приостановлена продажа обуви, а сегодня этот раздел и вовсе пропал из каталогов. Правда, в компании заверяют, что делают все возможное, чтобы обувь как можно быстрее вернулась в каталог.